Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас будет распаковочка с моего любимого сайта Shein. И, кстати, у меня новые ноготочки. Посмотрите, как красиво и аккуратно. Это уже делала не я. Ходила к одной девушке, которая безумно круто делает ноготочки. Посмотрите, как классно. Правда, она на дому делает, но, несмотря на это, я буду продолжать к ней ходить. Решила снять распаковку в очень простом формате. Просто чисто на телефон. Буду все открывать и потихоньку вам показывать. Итак, первое, что я приобрела, это очень крутая юбка, которая вообще не понравилась моей маме, а мне наоборот очень понравилась. Здесь такой крутой принт, зеленая, яркая, прям то, что мне нравится. Я ее хотела померить и показать вам с белым топиком, с которым она сочетается гораздо лучше. Но, к сожалению, перерыв весь гардероб, я не нашла этот топ. У меня вообще такое очень часто бывает. Когда что-то нужно, я это найти не могу. Возможно, он в стирке, но когда я его найду, обязательно во влогах как-нибудь покажу вам лук. Ну и, естественно, эту юбочку нужно обязательно носить с каблуками. Купила я ее, кстати, без скидок. Буду ее носить с белым топом. У меня есть такой кроп, который я заказывала. Тоже, кстати, на шее. И вместе с этим кропом будет просто замечательно. Единственный момент, эта юбочка немножко полнит. Почему маме не понравилась она? Скажу сразу. Мама говорит, что подобная длина мне совершенно не идет. Хотя я с ней абсолютно не согласна. Итак, размерчик у меня, по-моему, S-ка. Все вещи я уже предварительно мерила, так что уже все успела посмотреть до вас. Просто обязана была вам показать этот микрофон. Уже который раз заказываю аксессуары Shein. И они приходят в ужасном качестве. То есть не работают или какой-то период работают, потом перестают это делать. Это микрофон для телефона, потому что в последнее время я очень много контента снимаю на телефон. И он, к сожалению, не работает. Открыть спор и вернуть деньги. Уже который раз я пыталась, но ничего не получается. Также я заказывала мышку Shein. И она тоже, к сожалению, пришла в нерабочем состоянии. Так что тоже выброшенные на ветер денежки. В последнее время я просто помешалась на пижамах. Дома ношу, как обычный домашний костюм. Вы можете заметить, сегодня тоже я в пижаме. Это безумно удобно. Вот. И решила заказать себе еще одну. Она такая, знаете, наподобие шелка. Очень приятный материал. И она уже идет с шортиками, потому что впереди лето. Причем здесь такой интересный кант, мне он тоже очень понравился. Все то же самое, как и на картинке. Села хорошо, я уже успела померить. Только могу выделить один момент негативный, так скажем, немного сковывает движение. Но это и понятное дело, пижама-то не стрейчевая. Возможно, просто надо было брать на размер больше. Я вообще не очень капризная в плане одежды, мне легко угодить. И размер у меня тоже стандартный, поэтому я прям с удовольствием заказываю все, что мне нужно. Дальше. Эти заколки, кстати, я увидела у одного блогера. И мне, естественно, захотелось купить такие же. Гораздо меньше размером, чем то, что я видела у блогера. Посмотрите, какая прелесть. Скорее всего, это для детишек, но я буду закалывать волосы, когда делаю макияж. Как раз таки с этой целью использовала вот эти заколки как раз блогер, которого я смотрю. Она снимает Get Ready With Me, использует эти заколочки, смотрится безумно мило, и я решила взять себе тоже. Просто рандомно достаю. Дальше у нас опять пижама. Я же вам говорила, что я просто помешалась на пижамах. Кстати, для канала Айка Эмили один из своих заказов я не засняла сюда. Подумала, что Shein вам не очень интересно, а потом увидела под видео очень много комментариев на моем азербайджанском канале, что почему не сняла для русскоязычной аудитории, поэтому этот заказ уже решила и туда, и сюда. Здесь обычные брючки с резинкой, очень приятная ткань, здесь такой вот орнамент, цветочки. Я вам там указала цену $20, но я купила на флеш-распродаже, сейчас стоит также 20, но я купила всего за $7. В ней просто безумно комфортно находиться, она совершенно не чувствуется на теле. Это видео я сняла 2 дня назад, и вот эти 2 дня я каждый день хожу в этой пижаме. При покупке, кстати, больше всего сомневалась над ней, потому что думала, что будет просвечивать. Но ничего подобного, как вы видите, в этом плане все идеально. Размер опять же взяла S. Не знаю, мне очень нравится. И вверх здесь опять же короткий рукав. Пуговички. Это, по-моему, я брала на флеш-распродаже. Что-то очень-очень бюджетно. Дальше.
вещь, которая действительно мне была необходима. Это зеркальце. Вот я искренне не понимаю, почему создатели айфонов постоянно создают новые телефоны, пытаются как-то усовершенствовать это все. Но почему бы сзади не сделать зеркальце, чтобы было видно, что же я снимаю? Вот сейчас, мне кажется, видно абсолютно все. И вот эта штука, она вот так вот приделывается к телефону. И когда вы снимаете на заднюю камеру, например, селфи, вы можете спокойно видеть себя здесь. Я подумала, что он поцарапан немножко. Оказалось, что действительно он немного поцарапан, но это не единственная проблема. В комментариях все писали, что очень функциональная вещь. Но я вот, снимая это видео, попробовала использовать это зеркальце, но оно совершенно неудобное. Если вы снимаете на 0.5, то да, оно функционально. Но обычно, когда вы снимаете на 0.5, и так все видно. Как он сломался в этом чехле, мне очень интересно, конечно. Чехол, естественно, тоже пригодится брать с собой. Двигаемся дальше. Опять товар, который я купила просто потому, что он был по сумасшедшей скидке. Не помню, там $3 или что-то около этого. Я решила взять. Думаю, возьму, футболки лишней не будет. Можно даже дома носить. Здесь вот такой интересный принт. Разные девахи тут с разными цветами волос. Так по видео и по фотографии, естественно, понять невозможно, но футболка достаточно плотная. То есть для жаркой погоды и в целом для лета она не подойдет. Но ее можно носить весной или осенью. А вообще, учитывая то, что я живу в Азербайджане, у нас обычно не бывает минусовой температуры даже зимой, в принципе, так-то можно и зимой в ней спокойно гонять. Футболок, я считаю, что много не бывает. Необычный принт, и самое главное, это не наклейка, а сам материал с такими рисунками. Мне очень понравилось, а как вам, обязательно пишите в комментариях. Специально взяла побольше, потому что футболки я люблю, когда сидят свободненько на мне, поэтому L. XL, по-моему, не было, хотела взять еще больше, но я думаю, так будет достаточно, достаточно свободненько. И это еще не все, мои хорошие. А это, по-моему, даже не открывала. Да, точно, не открыла. Взяла себе платьишко, которое очень-очень распространено на Shein. То есть его очень часто покупают. А почему он такой большой, я понять не могу. Взяла его просто носить дома в летнюю погоду, когда жарко. Здесь такой геометрический принт, и оно достаточно коротенькое, но я думаю, что сидеть будет на мне хорошо. Как оказалось, я совершенно не промахнулась, и длина платья супер оптимальная, сидит точь-точь так же, как и на картинке. Она настолько легкая и невесомая. Изначально планировала носить просто как домашний халат, но оно мне настолько понравилось, что я планирую в нем ходить и в городе. Почему бы нет? Кто может мне запретить? Прострочено все нормально, ткань тоже очень приятная на ощупь. Цвета были разные, и вообще подобных платьев на Shein очень-очень много. И часто покупают, потому что стоят они недорого, на повседневку самое то. Следующее супер интересное приобретение — это вот такой ободок. Я его обязательно надену и продемонстрирую вам, потому что это просто шедеврально. Это такая мягкая игрушка, и здесь в руках такие небольшие заколки. Вы можете закалывать свою челку или убирать просто волосы, которые у вас около лица, когда вы делаете макияж, чтобы избавиться от них. Или просто как ободок можно использовать, не знаю, очень круто, мне безумно понравилось. Вполне себе классная мягкая игрушка, были такие разные, прям смешные. Я думаю, опять же, для видео будет классно. Аксессуары также я очень люблю заказывать Shein. Вот такой сет, если я не ошибаюсь, стоил что-то в районе доллара, может, чуток побольше. Давайте откроем и покажу вам поближе. У меня был период в жизни, вы, наверное, помните, когда я просто сходила с ума по золоту. Мне хотелось покупать ювелирку прям каждый день. Я по возможности старалась это делать. Но что-то последнее время я как-то разлюбила ювелирку и подсела на бижутерию, поэтому решила взять такой сет. Обычные самые гвоздики. Плюс у меня еще есть заглушки силиконовые, но здесь заглушки, они из металла. Но в любом случае, если потеряется, запасные у меня есть. Дальше. И опять еще одна пижама, но это просто безумно милая. Я вообще очень люблю пони.
Мне нравится все, где изображено вот эта прелесть. Посмотрите, как это мило. Не знаю, на видео все смотрится не настолько круто, как в жизни, поверьте мне. На лето такая пижама прям супер. Я уже успела померить. Мне понравилось, как это все дело сидит. Как вам, обязательно пишите в комментариях. Обычно под видео Шейн собирается очень много комментариев негативных о том, что зачем столько хлама, зачем тебе это нужно и все дела, сколько можно покупать. Если вы как-то предвзято относитесь к Шейн, вы можете это видео просто не смотреть. По обложке, по названию видео уже понятно, о чем оно будет. Если вам кажется, что я слишком много денег трачу на одежду, поверьте мне, это не ваше дело. Мне хочется, я покупаю, вам не хочется, вы можете путешествовать или тратить деньги на сигареты, на пиво, вообще на то, что в вашей душе угодно. И вас в этом никто не имеет права осуждать, а кто лезет в вашу жизнь, посылайте их на три веселые буквы. Я, честно, получаю огромное удовольствие от этих покупок. Все эти вещи я обязательно ношу, использую, а если что-то не ношу, обязательно кому-то дарю. И этот человек обязательно этим пользуется, поэтому не переживайте. Прям вот в голове крутится, никак не могу вспомнить, как называется эта штука. В общем, сюда вы переливаете аромат и потом кидаете в сумочку. Можно было, кстати, выбрать оттенок. Я решила взять не глянцевый, а именно матовый. Здесь, по-моему, 15 грамм помещается. И вот здесь вот так. Ну, в общем, надо немножко покопаться в инструкции и понять, как этим пользоваться, потому что впервые заказываю. Надоело уже таскать огромные бутыльки. Это очень тяжело, и они тяжелые. Вот это платье я пока что не смогла определиться, нравится оно мне или нет. Оно длинное, но материал я немножко представляла себе другой. Вообще, я немного скептически отношусь к красным вещам. Мне почему-то кажется, что они мне не идут, хотя, может, я ошибаюсь. Обязательно пишите в комментариях. Так как я очень белая, и пигмент кожи у меня тоже уходит в розовинку, мне почему-то кажется, что красный цвет, он немножко не мой. Но в данном случае, в данном исполнении, подумала, что красный цвет будет смотреться безумно красиво и элегантно. Поэтому взяла, ну, вот этот вот материал, я не знаю, вам видно на видео или нет, как-то не особо качественно, на мой взгляд. Не знаю чем, но мне этот образ напоминает образ арабской девушки. Понятное дело, что здесь руки и спинка открыты, но мне это напоминает абаю. Тоже так же свободно, элегантно, и также здесь имеется небольшой разрез посередине. Единственное, насчет цвета я немножко промахнулась, надо было брать темно-синий или, например, черный. Этот красный цвет, на мой взгляд, немного дешевит это платье. Ну а так, естественно, носить буду. Если бы я увидела бы это платье в жизни, то я бы его, скорее всего, не купила. Уже у нас здесь все заканчивается. А вот это вообще просто пушка, девочки. Это просто отвал башки. Я вот была уверена, что это мне понравится. И я не прогадала. Здесь, значит, юбка с невероятно красивым принтом. Очень аккуратно прошито, здесь есть подкладка, сидит просто обалденно, и еще здесь есть топик, вот так вот. Можно, конечно, без бюстгальтера носить, но мне немножко некомфортно, поэтому я предпочитаю носить с бюстгальтером, и сзади вот такая сетушка. Размер у нас, опять же, XS. На мой взгляд, в данном случае топ немножко мне маловат, поэтому снизу я надела бежевый топ. Как я поняла, часть, где сеточка, она должна быть ниже груди, но в моем случае получается посередине. Ну а юбка — это просто красота, можно ее даже носить с моим белым топом, который я хотела надеть зеленой юбкой, однотонный, самый обычный топ. Без никаких рисунков. Скорее всего, я так буду сочетать. И это еще не все. Представляете? Подобная вещь у меня есть. И когда мама увидела, мама сказала: точь в точь такая кофта у тебя есть. Я думаю, откуда ты помнишь? И действительно, очень похожая кофта у меня есть. Но мне она очень нравится, поэтому решила взять эту тоже. Здесь немножко другие рукава. Вот такой вот клёш. И вот этот стрейч-материал, я его очень люблю.
На мой взгляд, просто безумно круто подчеркивает фигуру, очень нежно и утонченно. Понятное дело, что уже лето и на улице жара. Уже, естественно, не сезон, а очень жаль, хотелось бы куда-то надеть. Но я думаю, что осенью и зимой это будет просто мой must-have. Мне было просто лень гладить, но даже в неглаженном состоянии, на мой взгляд, смотрится очень даже ничего. А самое главное, эти рукава, это же очень красиво. Естественно, не с этими шортиками будем сочетать и делать комби. Просто 10 из 10. Большинство моих кофт как раз таки это кропы, где видно животик, здесь же такого нет. Еще одна вещь, которая попала в корзину чисто случайно, но в данном случае это прям находка. Вот такая кофточка. Почему-то мне кажется, что что-то подобного принта у меня уже было или есть. Я вспомнила, у меня есть кофточка с подобным цветочным орнаментом, который тоже я заказывала на Shein. Безумно приятная к телу ткань. Я думаю, что буду носить прям с этими шортиками. На лето самое то. Вообще, я вам рекомендую всегда Shein брать на размер меньше. Это вот XS. Например, с других сайтов я заказываю S, а на Shein всегда беру XS. Поэтому, опять же, смотрите по размерной сетке. Что у нас здесь с вами есть, это сережки. На таких мелких предметах обычно камера очень сложно фокусируется. Не знаю, вам видно или нет. Это вот такие клеверы. Я когда увидела эти сережки, это просто был нокаут. Я поняла, что я их хочу. Не знаю, насколько долго они мне будут служить, но мне кажется, если хранить их в пакетике, в принципе, служить они будут. Но если даже служить долго не будут, все равно стоят они недорого. Так что вот так, мои хорошие, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока!